заперли и вверх. Ахтубинская пойма в районе Волгограда. Начало поймы. А, вон наш а потом домик. Поедем вон наш. В Астраханскую пойму. А вон наш дом, да, я там здоров. Детство провел. Да, да. Да. Вот так вот. Здорово, что ли? Ну, сейчас подъедем к Ерику Каширину. И будем там разговаривать с Андреем. Друней, короче. Вот этой хуйни, раньше этого растения мы не знали, что это такое. Вот оно все, прозрака нету, да? Ага, так, чуть-чуть что-то. Это очень это мелочь. Хуевый прозрак. Это да, это очень. Это считай, что ты нихуя не а видишь. Не провалишься там? Или такое дно какое? Ты песок, блин. Так, ну, рассказывай, где мы? Волга-Ахтубинская пойма. Волгоградской области. Еще не Астраханская, но уже начало. Это Ерик Каширин. Здесь и сом, и всякая другая рыба есть, и сазан. Ну, надо ловить. Надо уметь ловить. Надеюсь, что мы с Друней сумеем. Что-нибудь допоймаем. Что-нибудь допоймаем, да. Жарко, очень жарко, за 30 далеко. Вчера нет, было 42. Сегодня холодно, сказали холодно, да. Всего 30 с да. небольшим. Вчера было 45. 42. 45 да, максимум. Это машина показывала 45. Смотри, как плечи да. гоняет мальчик. Ну, мелочи много, да. Раков тут немерено. Ну, посмотрим. Все заросло. Раньше эти берега были песчаные, когда я был вот маленький. Вот это вот трава гадская. Когда деревья были большие. Ясно.